Наш круг друзей един с тобой. Маленькая. Блин, откуда здесь мыши? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и мы сегодня будем вызывать духа очень-очень-очень жуткого. Ребят, давненько я не вызывала этого духа, но настал тот час. Сегодня мы будем, ребят, вызывать бледного человека. Я думаю, что вы знакомы с этим духом. Бледный человек – это такой белый-белый-белый человек, у которого абсолютно нет лица, какие-то длинные ногти. И вообще бледный человек напоминает мне Слендермена. Но, ребята, для того, чтобы вызывать духов, мы с вами прибыли на наше мистическое лобное место. Вы знаете, сколько здесь всего происходило интересного. И сегодня мы попытаемся с вами пойти в потусторонний мир. Духов я буду вызывать в нашем с вами доме из дерева. Вы, надеюсь, все его помните. Кто помнит, обязательно поставьте плюсик. И, в общем, на крыше нашего дома из дерева сейчас уже приготовлена доска Уиджи, доска для вызова духов. И прямо сейчас мы поднимемся и попытаемся призвать бледного человека. Пойдемте. Ребят, мы здесь не были очень-очень-очень-очень-очень давно. Но планшетка и доска духов здесь. Кстати, если вы хотите получить планшетку, но не эту, немножечко другую, то условия конкурса вы посмотрите в описании под этим видео и подпишитесь на мой инстаграм, там я подробно вам все рассказываю. Ну, короче, я начинаю призывать дух. Кстати, меня снимает мой парень Дима. Всем привет! И, ребят, мы начинаем. Так, ребята, вот я нахожусь на крыше дома из дерева. Короче, ребята, очень холодно уже. Напишите, у кого тоже уже началась зима. А мы начинаем призывать бледного человека. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Бледный человек, приди. Бледный человек, приди. Бледный человек, приди. Ребята, это достаточно страшно, потому что с этим местом связано очень много мистики. И сейчас мы будем искать, где прячется бледный человек, потому что он достаточно трусливый. И его нужно искать, даже если он придет, мы будем внимательно-внимательно слушать и внимательно-внимательно смотрите. Ребята, очень холодно, прям зима-зима. Сейчас надо вагончик проверить. Погоди, погоди. Да, я что-то слышу там. В доме, в доме. Короче, ребят, у нас есть основной дом, большой. И есть дом, где мы складываем всякие инструменты. Вот он, железный. И, короче, так как мы давно здесь не были, я смотрю, что здесь следы. Это следы собачьи. И здесь, а вот этот вот след, я не понимаю, как будто... Понимаешь, как объяснить? Вот это вот собачий. А это как это лапа попалось. Какого-то, как монстра, понимаешь? Кабан. Может, и кабан. Кстати, вот эти вот, да, вот эти вот как лапы из-под копы. Короче, фиг его знает. А может быть, это черт? Ребята, если вы хотите, чтобы мы призвали черта, то напишите об этом в комментариях. Ну, черт такой с копытами, с рогами. Самого черта, это вообще просто жесть будет. А ты дверь открывала уже? Нет. Эй! Бледный человек, это ты? Офигеть, это что такое? Ребята, что это вам напоминает? Это напоминает мне какого-то человека. Смотрите, тут голова, руки, прям ноги и хвост. Слушайте, может быть, это он сделал. Черт, что за фигня здесь творится? Это просто жесть какая-то. Эй! Ты там? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Смотри, офигеть, что это такое сделали? Ребят, просто пипец. Видите, как здесь было все красиво сделано, обои такие с сердечками. А сейчас кто-то просто вот это вот все разодрал. Это просто зверь какой-то. Посмотри, металл как сделан. Посмотри, все просто буквально разгрызли, взломали просто дверь. Офигеть. Так, заходи потихоньку.
страшно. Тут так. Просто какой-то бардак. Он просто там все... Там кто-нибудь есть? Он все разнес, понимаешь? Аккуратно, аккуратно. Черт подери, это кто нафиг? Ты видишь? Она подвинулась. Стой. Офигеть, это что такое? Это что вот тут вот? Не видно нифига. Офигеть. Это что, мышь? Офигеть, я сейчас попробую до нее дотронуться. Блин, откуда здесь мыши? Вообще пипец какой-то. Да, это реально мышь дохлая. Офигеть. Она сдохла? Да, она дохлая. А что она здесь делает? Я не знаю, как она вообще сюда попала. Она перепугала меня. Офигеть просто. Жесть, это реально дохлая мышь. И причем она умерла абсолютно недавно. Офигеть, просто! Как она могла сюда попасть-то, блин? Она что-то нажралась здесь. Если одна, значит и другая есть. А, ребят, это просто жесть. Если вы хоть когда-нибудь видели, блин, мышей у себя дома, я вообще просто в шоке. Ну ничего, выносим ее. Маленькая мышка, бедная, она что-то сюда попала и замерзла. Офигеть. Она, может, беременная была, смотри, у нее что-то много. Я реально не поняла вообще, что это такое. А это настоящая мышка. Блин, надо ее похоронить. Надо ее похоронить. Дим, так нельзя. Я не знаю, что она. У нас, короче, забежалась. Но дело в том, что у нас здесь невозможно забежать сюда мышам. То есть бледный человек открыл дверь. Или кто-то другой открыл. Туда забежала мышка. И она там умерла. Может быть, он ее отравил. Дим, давай, надо ее вот похоронить. Здесь похороним. Давай, давай, вот здесь у нас есть земличка. А есть лопата? Сейчас я принесу. Давай. Короче, ребята, это просто жесть. Маленькая мышка, мне ее так жалко. Смотрите, она какая вообще маленькая. Маленькая, прималенькая такая, замерзла. Бедненькая мышка. Как же ты замерзла, такая малышка. Блин, мне, короче, очень, ребят, блин. Дим, ты храни! Я что-то в лесу услышала! Ребят, ты принес лопату? Я просто слышала что-то в лесу, какой-то шум. Мне кажется, что кто-то оттуда смотрит на нас. Сейчас Дима выкопает ямочку для нашей маленькой мышки. Блин, офигеть, мышка умерла, замерзла у нас. Я первый раз вообще такое вижу. Вот. Аккуратно, только ее не повреди. Аккуратно, маленькая. Маленькая, иди сюда. Сейчас мы ее вот здесь вот закопаем. Все, давай закопай. Блин, офигеть, так жалко. Ребят, ну все, мы похоронили мышку. Пусть она здесь будет. А мы пойдем посмотрим, что там у нас. Дим, я слышала из нашего дома на дереве там наверху. Там что-то есть? Я не знаю. Я что-то слышала. Пойдем. Подожди, я посмотрю тайник. Смотри, я... Блин, собаки, они нас сейчас съедят. Уходим. Черт, убегаем. Палку возьми. Дикая собака, смотри. Она, значит, почуяла здесь бледного человека. Она, значит, почуяла здесь бледного человека, прибегала сюда. Это собака. А, короче, ребята, я чувствовала, что он был здесь. Мне очень жаль, что я не смогла вам его показать. Но, блин, мне очень жалко маленькую мышку. Нужно завершить обряд, а иначе бледный человек поселится у нас дома. Я должна снова подняться на наш дом из дерева, чтобы завершить обряд. Ох. Бледный человек, если ты здесь, покинь это место, покинь этот мир, прощай, гудбай. Вот, ребята, я сделала на доске для вызова духов гудбай. Я надеюсь, что он ушел.
Блин, жесть, это просто страшно. Если вам понравилось это видео, ребят, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой второй канал Есинская Пэтс. Я вас очень люблю, надеюсь, что вы соберете 5000 лайков на этом видео, потому что любите меня, а я люблю вас. Всем пока!